Tante Kaiserin Maria Theresia ließ dann dieses Schloss erweitern und vergrößern, und zwar von 1743 bis 1749. Und so steht es jetzt noch da. Die Marietten, nämlich von dort aus, haben sie einen wunderbaren Ausblick auf die Parkanlagen und auch auf das Schloss. Замок Сен. Замок Сонбурн в Вене. А куда ты пошел? Пойдем чуть пройдем потом. Красиво. Мы зря не взяли, конечно, этот. Там книжки были. Жарко? Конечно, 25 лет делал на себе. Это ты можешь повезять вот так, если повезать. Человек, вот это не мужчина или женщина. Белка бегает. Белка бегает. Женщина. Решка смешка. А нет смысла идти. Ну так вот, и то там пройдем. Кошмар, что ты. Какие крупные. Вода грязная, грязная. Это мы с какой? В другой раз? Да, ну тут же сам просто с другой стороны. В Вене. Время посадок. А? Тут еще не знаю, вишни. Sondern das ist jetzt das Haus des Meeres. Hier sind verschiedene Aquarien mit Meerestieren untergebracht. Jugendbaustilhäuser. So, und dieser Markt. Еще один, кстати, туда реставрировали все.
интересные машины внутри. Такие циферблаты. So, jetzt haben Sie das Theater an der Wien direkt auf der linken Seite. Und vor uns kommt jetzt auf der linken Seite vorne so ein goldenes Blätterdach zum Vorschein. Das ist die Wiener Sezession. Die wurde 1896 gebaut und dient in der Zeit für eine bestimmte Kunstrichtung. Und das war der Jugendbaustil. Der Karlsplatz ist ja Haltestelle von U-Bahn, Straßenbahn und Omnibussen. Und Sie werden jetzt gleich auf der rechten Seite wohl die schönste Barockkirche von Wien sehen. Das ist die Karlskirche. Hier rechts haben wir die Haltestellen von U-Bahn, Straßenbahn. Und auf der linken Seite der rosarote Bau. Das ist das Haus der Musikfreunde. Hier drinnen spielen auch die Wiener Philharmoniker. Und aus diesem Gebäude wird auch das Neujahrskonzert übertragen. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört oder gesehen. Da drinnen ist der Musikvereinssaal. So, vor uns haben wir jetzt das Russendenkmal. Das ist das Hotel Intercontinental. Schon der Stadtpark. Wurden alle erst die letzten drei Jahre errichtet. Обезображенная Вена. Das ist jetzt die UNO-City. In diesem Gebäudekomplex wurde 1976 fertiggestellt. Da kommen wir aber heute auf dem Nachhauseweg noch näher hin. Da wieder links die Jubiläumskirche vor uns und direkt vor uns diese große Kirche. Das ist der Stephansdom. Und hier links und der gläserne Palast, Sie sehen am. Sie jetzt bei dieser Ampel hier vor uns, dann hat ihn erst letztes Jahr neu restauriert und sogar vergoldet. Значит, мы сейчас быстренько туда, прямо. Алло, концерт. Концерт. Вы русским? Да. Через два часа уже. Через два часа мы уже. А, нельзя это? Нет. Какой репертуар? Репертуар нельзя взять? Нет. Давай, встану. Эти плечи, видишь? Ты меня сними. Композитор Татьяна Смирнова, своего любимого композитора Вольфганга Моцарта. Маленький Моцарт. Что-то плохо против солнца сейчас я сюда.
Лежат. Так, а мы здесь не пройдем. Все плакатами завешено. Безобразное рождение. Приветствует новое сообщество. Угу. Это безобразие. Go around.
Вена. Это резное дерево. Красотища, конечно. О, я думаю, где откуда такая этот самый? Думаю, где-то льется вроде что-то. Семушка вал.
Хорошо, да? Угу. Вот это... Я люблю толпу снимать. Давай увидимся, поймай. Ну да. Красиво, конечно, это улица Грабен, которая ведет к Хофбургу. Посмотри, какие безобразные. Чисто народа. Это вот не круга. Вот эта улица, она ведет. Просто посмотри. Это что за улица? Посмотри. Грабен была, да, Грабен, улица Грабен. Шли, я же знаю. Чтобы у нас подъезд такие были. Увязывается на раз. Первая аптека. С ней вена царство в Вене. Ясно? Зараза. Так, указатели. Здесь есть указатели. А мы здесь не были раньше? Хельденплац. Значит, площадь героев. Хельденплац. Куда? Это мы уже рядом. Зимняя резиденция Холбурга. Неплохо жили.
выстрелили. Сколько раскосок бьет, прямо кошмар. Хитроки. Пока свободен, залезай. Здесь был Клинтон. Замки. Да. А он опять штопор. Ничего себе. Здесь штопоры. А, робот что? Компонент. Ну. Вот это интересно. Что? Это композитор? Компонент Роберт Штольц. Das Lied своей песни. Pink and Green. Это его песня. I'm Heinz. Нет, надо ездить на все включено.
Штольц здесь жил, да? Да, Штольц. Роберт Штольц. Ну да. Смотри, сколько, правильно? Тут живут, будь здоров. Вон еще один как. Казамани. Здесь были. Das ist kein Problem. Ja, also es kann jetzt Probleme geben. Warum? Naja, das wollen wir 2 Stunden durchhalten. Птичьи полеты. Und jetzt, wenn Sie da links hinterschauen, ich weiß nicht, wie weit die Sicht Ihnen das zulässt. Den Donauturm, den Fernsehturm, wo wir heute Mittag umgedreht haben. Die beiden schwarzen Kästen, die großen, was Sie da unten sehen, auf der halb rechten Seite, das ist das Großklinikum von Wien, das ist das Krankenhaus. Was aber auch schon Geschichte geschrieben hat, das ist dieser Bau hier, dieses Rundell. Nämlich hier drinnen trafen sich 1961 der dortmalige amerikanische Präsident und der russische Präsident mit Khrushchev, Kennedy und Khrushchev. Bitte. Das ist Café Kobenzl ist das. So, und wir fahren also jetzt hier die Höhenring. Ja, так вот Луганск. С Луганского выезжаешь. Это Morgen. Morgen. Ja, ja. Morgen. Ah. Oh, danke schön. Danke schön. Unsere Heimatzeitung. Ah, Heimatzeitung. Ja. Heimatzeitung. Ja. Ist das Zentralpresse, ja? Ja. Ja. Надо было газету всю, чтобы знать, какой газет. Und haben dann haben Sie alles Zeitung. Die hat drüben jetzt unser Sohn. Ja, ja, ja. Aber er hat jetzt das nur rausgeschnitten. Können Sie es lesen, ja? Nein, ja, ja, ja. Nicht russische Spitze Pianist. Вчера легла, и я Слушай, мне так не нравится, я потеряла таблетку. Представление, Ферранштайн. Какая благодать.
там еще. Ну да. Вот я об этом и под... Не больше здесь нравится, они сидят. А как они называются здесь? Вот травка такая. Надо вовнутрь пойти, там может не семена. Вот эти, это семена. Как связано. Это семена какая прелесть. Марк Шелленберг, город. Вот это смотри, мне надо будет кромлет, а не будет он буклет. Он закрылся. Марк Шелленберг. Вчера такие насмотрелись храмы. Заказать такой забор и поставить на дачу. Встань там, тогда я тебя сниму. Я сделаю, а мне вот будет, будет этот, вот так, этот самый, на А4. Да. Там 20 можно, 30 фото. Надо развести вот такую беседку, которую... Осторожно. Знаешь, это такие, я забыла, как их зовут, они как раз растут на это. Ну, это просто из-за... Слышь, у них террасы посадили.
Кончается, все. Перечеркнем. Ну, мы сейчас вот там перейдем. Нет, там уже... Ну, как сказать тебе, они полые, но они их сделали, как вот одни, поставили, красиво. Какая не жаляет. Такая красота. Марк Шелленберг. Маленький городок на юге Германии. Бавария вообще очень красивая страна оказалась. Как ни странно. Да. Я, признаться, даже не ожидала. Но все стараниями рук человеческих. Я не знаю, что на свете краше. Сказал бы Кедрин, побывал в этих местах. Концерт Татьяны Смирновой. Я сейчас посмотрю, что тут. Здесь, подожди, вас ходит. Обогревательный прибор, чтобы не замерзли. Что, это не дамы, это настоящие. Прекрасно.
до Кремза. Вон, смотри, как снежный ком посередине такой. Классно, вот сейчас будет. Сейчас будет. Нет, вот, видишь, как в середине скатал кто-то комод, комод снега и центр. Ну, может, выйдет? Нет, сейчас? Да он сейчас обратно будет лифт. Да, уже доедем. Может, там тоже что-то. Вот здесь вот этот древний. Ну, поэтому и говорят, что надо съездить сюда. Вот обратно будем Андрей есть. И 13:50, да? Это 2 часа, конечно. Вполне достаточно 12:50. Вот это мы сейчас посмотрим. Не бояться. Он знает, что ты достаешь. Идут, просят их, кормят все, они все идут. Красавица. Ну где он? Учи. Как нос закрыт, этот бунтик дурацкий. Иди сюда. Дайте. Ой, я ей пальцы оторву. Иди сюда. А то не может заглотить. Молодец. Молодец. Ну-ка, а этот, иди сюда. Иди сюда, ну. Иди сюда. Хороший мой. Цыпа. Классно, они сидят и за нами бегут. Иди, моя умница. Иди, да. Иди, не бойся. А еще просят. Да вон этот самый. Татьяна, было вот это и дайте мне из-за этого. Потому что она покрупнее, да, а это поменьше. Она около тебя тут. Ну пойдем. Они тут все время находятся, а мы тут... Ну давай, наклонись. Вон идут ути. Ути идут. Какая прелесть. У нее даже вон застрял кусок хлеба. Да ты что? Она схватила? Ну да. Пойди к озеру. Такая красотища, боже мой. Эти пики, вершины. Ты меня снимаешь. Вершины я снял уже без тебя.
Ага. Ну, двигайся. Свет на фоне я могу снять. Да, меня, я просто жду, пока это самое. Все, Андрей? Да. И на фоне так. Меня щелкнет. Сейчас, подожди. Подожди. Уже только на блестящий меня не надо. Так. Я сейчас на лодку сяду. Уточка хорошенькая. Ну, это, я понимаю, а в то же время вот, что у нас на такие сложности. По-моему, вы все-таки напишите. Закрыто? Буспорт-клад. Я не ожидала. Мы можем поехать 11.30. Ну так мы так и решили, потому что иначе еще тут нечего делать совсем. Стоять на холоде. Ну, там люди еще по озеру, с той стороны. Вот вокруг